Ну да, первый тайм немножко не разобрали соперника. Много моментов первые 15 минут они создавали, не могли с этим справиться, но поговорили в раздевалке, чуть поменяли нашу игру, и во втором тайме уже другая игра была. И у нас моменты появились и гали. С победой какие эмоции? Ну, конечно, только положительные. Второй кубок – это всегда зачет, скажем так. Вся команда рада, хотя в перерыве немного расстроились, то, что так плохо первый тайм сыграли. Самое главное, кубок у нас и едет с нами в Москву. Если первый тайм был на равных, второй тайм оказалось, что на голову выше был Лока. Это был разговор в раздевалке какой-то или просто качественно вышли и сделали свое дело? Нет, просто тренер сказал, чтобы выше просто вышли, начали прессинговать соперника, и это получалось. Мы перехватывали мяч и старались в быструю атаку убежать. Ну и так я думаю, ну, уровень нашей команды и крылья выше, но крылья тоже надо отдать, что хорошо играли, хорошо проявили себя. В первую очередь хочу сказать спасибо болельщикам, которые сюда приехали. Их было очень много. Мы чувствовали поддержку. Огромное спасибо вам. Без вас мы бы, наверное, не справились. Спасибо. Я поздравляю всю команду, всех болельщиков, которые приехали, которые остались в Москве. Очень приятно выигрывать трофеи. Тем более такой тяжелый сезон. Когда до зимней паузы никто в нас не верил, мы сделали все, чтобы этот кубок выиграть, и очень, очень рады все. Какие планы у тебя? Как ты проведешь сегодня ночь? Ну, как и Бара, мы будем праздновать всей командой, и вскоре готовиться к Уралу, это тоже важный матч. Рифат, пожалуйста, можешь показать, что у тебя сзади за руками там? Вот я тебе вопрос задаю. Покажи, что у тебя. Как ты отмечаешь победу? Ну, чтобы все болельщики все знали. Рюкзак. А еще? В руках? Ничего нету. Все, с победой, Лока. С победой. Ю! Спасибо, парни. Лучше. Что ты не мог? Чуть-чуть рассказать. Да ладно, что-то надо.